Вижу красномордных людей. Блин, ребят, пожалуйста, не погибайте тут. Не надо. Всех. Сейчас. Пять глубоких вдохов. Все вместе. Руками. Мы готовы. Давай запускай, Дима.
Диман, открой мне, пожалуйста, еще одну бутылочку, я не буду ее выбрасывать, честно. Бежу. Буду. Так, я обещал представить своих музыкантов. В общем, за ударными Павел Горбузов! За диджейкой Диманом Дыма! На бэк-вокале Рощев! Так, а кто же остался? Даня Ла! Споемся немножко, окей? Ну-ка, Паша, долбани по бочке чуть посильнее. О! Повторяйте за мной. Надеюсь, у вас остались еще связочки на следующий трек. Тима, стой! Два глубоких вдоха. Поехали!
Канада, выходу потом, помни, скорее брата, это молоток, так близко, 9 миллиметровый выстрел, и мой якобы сморщиваются вместе с тобой. Это тот рэпик, что на бэкнуле написала ее писамуля. Братан, давай на боксе! Блин, мне нужно еще больше воды. На боксе! Че, как настроение-то у вас? Рассказывайте. На боксе! Все, пипец. Мне весело, вам весело? Хренище народа, мне прям нравится, что тут происходит. Я просто думал, что, короче, вот та горка, это не очень, ну, надежная херня, что если там будет слэм, то типа все колобком покатится к сцене. Типа, вот эту херню расхераешь, люди будут в крови, кости, кишки, вот это все. Как в клипе, собственно. Не буду я сейчас давать этот трек. Подождите. Офигенный фестиваль, да? А я попью воды. We'll be right back.
человечек, совсем как человечек, зелененький он был. Но я его убил. Shut up!